Всем привет! Сегодня мы попробуем посетить радиозавод, который закончил свою деятельность в начале 2000-х годов. Говорят, что здесь выращивали кристаллы для атомного коллайдера. Как-то так, посмотрим, можно ли там залезть куда-нибудь. Вот такая вот махина. Для Апатит это слишком большое предприятие было. Хотелось, чтобы было даже с железной дорогой с заездом. Недостроенных зданий куча внутри. Все зарешочено, закрыто. Заварено. Это проходная. Такая интересная архитектура. Когда-то через нее проходили люди. Попробуем залезть здесь. Вот мы залезли по решетке. Все, посмотрим, что тут есть. Куча документов. Даже мебель оставлена еще. Столько лет. Полочки. Ух, веет холодом. Куча документов везде. Короче, сплошная разруха. Актовый зал. Двенадцать стульев. Сосули висят, надо было фонарик взять.
Отдел кадров. Год. Ежедневник. Вот это внутри то, что не достроилось. Вот она проходная снутри. Я немножко ошибся, не проходная, проходная ниже. Даже были два лифта. Проходная тут, тут темнотища, надо было снять фонарик. Где выращивали сами кристаллы, непонятно. Здесь вот не кабинет, может здесь стояло оборудование. У полных тут 4 этажа. Даже занавески остались. Начальник цеха роста кристаллов. Тут что? Начальник цеха обработки кристаллов. Одни начальники даже у кристаллов. Что? Еще один начальник цеха роста кристаллов. Поэтому кристаллы и не росли хорошо. Очень много начальников.
Вот тут, может, и выращивали кристаллы. Вытяжка. Ну вот они, наверное, и были, эти цеха. Куча бутылок. Непонятно. Что, бутылок с реактивами, наверное, еще в таре. Пятый этаж. Тут, наверное, были душевые. Этаж пятый. Тоже, наверное, цеха были, да? А тут, вот, наверное, актовый зал и был. Сцена, остатки сцены. И офигенное окно. Да, наверное, выращивали кристаллы на самом пятом этаже. Что здесь много цехов с
розетками, на столы стояли, вытяжка. Они же были начальники, наверное. Печи какие-то стояли. Еще одна лестница. Какие-то аппараты. Наверное, на них растили кристаллы. Вернее всего. Осталось найти комнату с кристаллом. Москва, СССР, связь. Спецпроект. Тоже массивная вытяжка. Тоже, наверное, что-то было тут. Шестой этаж, это выход на крышу. Попасть в большой цех. Не знаю, есть ли туда проход или нету. Так, наверное, уже другой кристаллы выращивали в этом здании. Там, наверное, какой-то другой цех, который не эксплуатировался. Вот он. Попробуем пройти тут. Отдел технического контроля. Главный бухгалтер. Бухгалтерия. Приемные часы. Вторник, четверг. Это, наверное, образцы, что ли, кристаллов. Что-то не похоже. Thank you.
правительственный. И фужер под Новый год. Для вторника и четверга. Все телефоны со всего здания здесь. Чтоб никто не мог дозвониться. Или тут правительственная связь была. Одни телефоны разбросаны. Целая куча. Евраким. Кексан. Ну вот и все вроде. Похода в то здание, прохода нет с их этажей. Жаль. Там-то большое ангарище. Может, откуда-то снутри есть проход. Так что поднимаюсь на третий этаж. И с третьего этажа в окошко спускаюсь вниз. На этом все. Короче, лазил я только вот в этой половине до арки. До лестницы. Вот это вот еще туда никак-то не попасть. Может, как-нибудь в другой раз.